же, Владимире, ищем святую память Твою, идолы попрошаю, и всю землю русскую святым крещением просветившаю. Возлюбленные братья и сестры во Христе, от имени всех поздравляю вас с Днем Крещения Руси, с праздником, который имеет огромное значение для нашей истории. В этот день святой равноапостольный князь Владимир покрестил сначала Киев, а после этого покрестил и всю Русь. И мы сейчас обращаемся к этому святому, чтобы его молитвами береглась наша русская земля, чтобы его молитвами объединились наши народы, которые сейчас живут в разных государствах, но все имеют единую купель крещения. И так как пелось величание идолы поправшего, призываю всех вас попрать всех ваших идолов, которые для вас сейчас имеют какое-то значение. Идолов нацизма, идолов разврата, идолов вседозволенности, идолов обогащения и прочего. И прийти к Христу, прийти к Господу, так как пришли наши предки в этот день, в день крещения Руси.